А вот герои следующего репортажа пока только мечтают о российском Олимпе. Победителей определила школьная волейбольная лига. Сегодня состоялись финальные соревнования. Какие команды стали лучшими, узнавала наша съемочная группа. В активе ребят десятки спортивных встреч. Каждая из команд шла к финалу в течение полугода. Девушки и юноши соревновались отдельно, а между играми активно готовились. 4 раза в неделю мы ходим в ХОК, в спортивный комплекс, занимаемся волейболом. Много узнали мы, вот, ходя на тренировки, много увидели, кто как играет, районами, и познакомились с новыми друзьями. Почти 16 тысяч учеников. 7-й чемпионат школьной волейбольной лиги собрал участников со всех районов республики. Эта командная игра дает вам возможность формировать свой характер, как у девушек, так и юноши, формировать командный дух, мужество и волю к победе. В борьбе за первое место среди девушек встретились команды и Брестинской школы номер 1, и Новочебоксарской 17-й школы. В упорной борьбе победу одержали представительницы города-спутника. Мы уже не первый год участвуем в подобных соревнованиях. Мы прошли все отборочные испытания в районах Чувашской республики. Мы поняли, что сельские команды достаточно хорошо подготовлены. У них есть сила удара, скорость. Тем не менее, мы выиграли. Среди юношей титул чемпионов школьной волейбольной лиги достался ученикам Чебоксарской 61-й школы. Победителям вручили медали, кубки, дипломы и новенькие волейбольные мячи. На удачу. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев. Республика.